Да, да, конечно, все, снимем сейчас все это. А то же оно идет в архив, все исчезнет. Вот. А так вам приятно будет посмотреть там через пять, как вы это самое в институте как делали. Смотри. Да, были красивые, ну, вы и так, ну, вы поняли. Ну, что сделать? Когда там сильно много лет, то это, в общем-то, а так пока у вас еще все хорошо, ну, по крайней мере, вспомнить там молодые годы. Мой ноутбук все-таки подключился к интернету, было вообще здорово. А, может что-то не подключиться еще, нет, да? Нет, у меня просто ноутбук в последнее время, он для того, чтобы поменять сеть, ему нужно перезагрузиться. Ага, вот как, что-то он решил. Видимо, после последнего обновления винды, он сошел с ума. Ясно, ясно. Винда — это такая главная женщина. Да, что это, конечно, это нас уже замучает этим винду, честно говоря. Когда они там уже закончат все это делать? Ну, да. Это им невыгодно. Да, да. Они должны все время, чтобы... Просто в последнее время, после каждого обновления, получаются какие-то базы, которые нужны. Да у меня в Вайбере, они обновили все. И у меня теперь в Вайбер только нужно это. Только когда заходишь в Вайбер, оно пишет новости. А так вот бесполезно. Если не заходишь, то и нету ничего. Ага, у вас там еще коробочка с этими, с датчиком, да, охранным, типа. Мы изначально сделали. А, вы сначала охрану. Да-да, сейчас мы тут сдаем. Просто уже все в одной коробочке. Я вам тоже открываю. Не получается прошить, там как-то поймать нужно этот момент, да? Нормально все? Так, а где вы работаете, ребята? Вы же по специальности работаете, да? Ага. Ага, я знаю. Разные компании, но все по специальности. Ага, ну все, хорошо, чувствуется сразу. Что там приходят люди, которые не работают по IT, они там небо и земля просто. Получилось, да? То есть это сразу видно, что люди там работают. Оно же везде примерно общие принципы. Вот. Ага. То есть даже... А, сейчас только перепрошиваем. А, там есть кнопка флеш или резет? Что это такое там? Резет. Резет, да? Угу. Ну, то есть мы просто меняем, когда, ну, куда именно мы загружаем наш пич. Ну да, либо в Arduino, либо в VST. Да. Угу, я понял. Вот оно сейчас уже пошел процесс, да, там поблочной загрузки VSP. Да. Угу. Там у него такая вот специфическая архитектура. Да, уже все. У меня вообще долго разобрается, пока он найдет новую сеть. Он такой, у меня носитель. Пока. Угу. Так, теперь мы заходим в монитор. Монитор. Сейчас я закажу. То есть мы можем заметить информативные данные, которые мы сначала ссылаем. И вот у нас сервер развернулся вот по IP-адресу. А где этот IP-адрес? Вот. Вижу, вот 192.168. Да. Ага. Сейчас я его скопирую. Угу. Зайдем по нему. Угу. Точно так же я могу зайти. Вот. То мы есть вы создали на ESP-шке вот такой сайт, да, получается? Да. И вот мы в виде таблицы отобразили все данные. То есть это там больше данных было, но мы решили самые необходимые. Вот странный город. То есть мы скорость ищем ветра. Да, по определенному городу. Мы можем разные города выбирать, которые нам нужны. А как вы выбираете? На чем вы выбираете? Запрос шлется, и мы шлем с определенными параметрами. Запрос с чего? С мобильного телефона? Да. Нет, ESP отсылает, да, запрос да. И с определенными параметрами получает в зависимости от этого данного. Хорошо, но эти запросы автоматически же вы, да, создаете? Ага, ну да. То есть вы хотите сказать, что оно здесь еще и обновляется, пусть, да, там раз в пару часов, два раза в день обновляется. Так, хорошо. То есть сейчас хорошо. Мы можем послать сообщение в Telegram-бот. Это солнышко. Это солнце, да. Сейчас мы можем показать вам старые сообщения, которые там не солнце. Подождите, вы с мобильного телефона что-то можете менять, что ли, вы хотите сказать? Нет, вот мы можем смотреть те сообщения, которые раньше оно отправляло нам. На мобильном телефоне? Да, на мобильный телефон. Сейчас, секундочку. То есть вы с ноутбука можете обращаться туда, и еще с мобильного можете обращаться туда? Да, с мобильного мы получаем, и с мобильного можем и зайти на сайт, ага, и получить оповещение о погоде. Messenger.
Ну, в Телеграме. А это что? Сейчас, это сейчас. Нет, 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 сейчас, секундочку. Немного пошло и попало сейчас. Ага, здесь оно в этом самом. А тут мы, да, можем видеть все, что происходит, что мы отправляем, какие данные. Вот видите, мы получаем их просто в формате JSON, и потом угу. можем получить по каждому параметру то, что угу. нас интересует. Угу. То есть, если мы сейчас пошлем, ну, после нажатия на send message. Ну, там еще пишет, что message. Да, сейчас оно, вот, мы типа послали, и сейчас мы можем посмотреть в Телеграме. А как это посмотреть? А, в Телеграме. Вот, у нас есть, вот наш бот. Ага. И вот мы видим, что температура 9 градусов на данный момент, ага. и вот нам прислало даже картиночку, да. что да, солнышко. Она связана. Вот, да. Если погода была другой, то вот она присылает другие картинки, да. соответственно, в зависимости от того. То есть вы еще для андроида смогли наладить эту всю связь? Она и на iOS работает. На любом. На любом, где можно запустить Telegram. Да, то есть прекрасно. Это все, да, так хорошо, работает. Хорошо, ребята, все, нет вопросов.